Это мероприятие стало уже устоявшейся традицией для студентов и преподавателей Набережно-Челнинского института. Организовывает его правком студентов и аспирантов при университете. В этой локации, во дворе первого здания института, гуляния проводятся уже второй год. Во время большой перемены ребята принимали участие как в традиционных народных забавах, так и в конкурсах на сообразительность, угостились блинами и выпили горячий чай. Студенты активно участвовали в различных конкурсах. Веселые игры развлекали всех присутствующих, создавая неповторимую атмосферу праздника. Институт вместе с правком студентов-аспирантов проводит масленичные гуляния. Вот как раз это вот масленичная неделя, вот один из дней, когда мы здесь уже по традиции второй год именно вот в этой локации, вот в этом дворе нашего первого здания мы проводим масленичные гуляния. То есть ребята, студенты во время большой перемены могут принимать участие в традиционных и также, скажем так, в альтернативных масленичных забавах и получить за это блины и горячий чай. Каждый участник мог попробовать свои силы в пении частушек и танцах. Особенным угощением для всех стали вкусные блины, приготовленные специально по масленичному гулянию. Весь коллектив института наслаждался этим традиционным блюдом, символизирующим прощание с зимой и встречу весны. На самом деле это очень прикольно, когда проходят такие мероприятия. Мы с одногруппниками участвовали в различных конкурсах, ели вкусные блины. И провели весело свою перемену. Согласно поверью, чтобы жить в довольстве целый год, нужно по-настоящему повеселиться на масленичной неделе, петь, плясать, развлекаться. Погода порадовала всех теплом и ярким солнцем, а народная музыка и аромат блинов создавали праздничное настроение. Алиса Чепурная, Универ Новости.